The company is one of the first to set up its own in-house optical department, now devoted to creating special visual effects for feature films. On its three optical printers, film elements from live action, animation, computer graphics, and motion control are combined by re-photographing them onto a single negative. R. Greenberg is sought out by feature film directors and producers because it has designed and produced some of the most highly visible feature film openings, titles, and special effects. Говорил термит термиту. Ел я все по алфавиту. Ел амбары и ангары, балки, бревна, будуары. Вазы, вешалки, вагоны, гаражи и граммофоны. Кушал шахмат и шашки, шпалы пробовал. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами опять программа «Все яичница». Ее ведущие Юрий и Леонора. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Евгений Мамут, специалист по созданию спецэффектов для кинематографии мультипликации. Также обладатель награды Американской киноакадемии, более известной как «Оскар». Да, такой вот интересный у нас сегодня гость. И, конечно же, начнем с того, чтобы поближе познакомиться с нашим гостем. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и о своей профессии. Я бы свою профессию назвал улучальщик. То есть я не киношник, я больше изобретатель. И поэтому все, что я делал в своей жизни, я пытаюсь улучшить. Например, если нужно создать какую-то систему уплаты property taxes, так я придумал. Если нужно там что-то изобрести в кино, мультипликацию, я придумаю. Так что, пожалуйста, имейте в виду, что я не киношник, а больше изобретатель. Хорошо. А можно побольше узнать о вашей жизни? Где вы родились? Чем вы занимались в молодости? Как вы пришли к этой индустрии? Я родился в Ташкенте во время войны. Потом моя семья переехала в Харьков. И я в Харькове прожил всю свою молодость. Потом после школы я пытался поступить в институт в Харькове, у меня не получилось, и я поступил в техникум. И после техникума я уже отслужил на флоте, в Тихоокеанском флоте 4 года. Mm-hmm. Вот. После флота вернулся обратно в Харьков, во время службы во флоте я поступил в Дальневосточный политехнический институт, и потом, когда я вернулся в Харьков, я перевелся в Харьковский политех, и там же на вечернее отделение, и там же я работал на кафедре динамики и прочности машин. Вот. То есть ваша тяга к науке, к технике была... Я никакого отношения к кино не имел никогда и не мечтал быть в кино. Вот, а как же так произошло? Вот как же так случилось, что вы пришли в мультипликацию, в кинематографию? В нашей жизни все случайно. Случайно мы родились, случайно я попал в клуб политехнического института. Это было представление, Гарри Керцер ставил «Баню» по Маяковскому. Вот, и мне дали билетик, и я пошел смотреть эту баню. И когда там, что творилось там на сцене, это было
невообразимо. Я такая антисоветчина, там такое творилось, что какой это год был? Это был... Примерно так. Сейчас скажу. В конце 70-х? 71-й, наверное. Угу. Вот. И, значит, я вообще думал, вот сейчас распахнется дверь, тут автоматчики придут, всех арестуют, весь зал арестуют, сейчас нас всех арестуют. Еле дождался окончания, побежал в библиотеку. Да, побежал в библиотеку, нашел эту баню Маяковского, и тут я увидел, что все слово-слово, значит, Керсер ничего не придумывал, там все так, как бы, это все антисоветчину написал Маяковский. Ну, тут я увидел, что это мои единомышленники, ребята, которые там выступали, и когда был набор в студию, любительскую студию там же в политехе, вот, я пришел и сказал, я хочу с вами дружить. И это была студия мультипликации или кинематографии? Это, значит, при институте это была кинолаборатория, которые делали съемки по науке, там съемки под микроскопом, съемки там по заданию кафедры. Но на базе этого оборудования была любительская студия, где студенты учились там актерскому мастерству, режиссерскому, все такое. Вот, значит, почему там это было все возможно? Потому что основатель киностудии Владимир Петрович Зубарь, он был очень большой энтузиаст, и он со всех студий Советского Союза доставал каким-то образом списанное оборудование, и у нас была вся линейка, полная линейка 35-миллиметрового черно-белого кино. Но именно как раз, наверное, из-за того, что было все оборудование доступно, именно тогда как бы вы начали играть с этим оборудованием и начали создавать спецэффекты, да? Да, да, да. И, значит, да, и когда я туда пришел, мне сказали, кем ты хочешь быть, режиссером, актером? Я говорю, не, я это дело не люблю. Что у вас по технике есть? Они говорят, ну вот есть у нас отделение звукооператора. Я говорю, ну ладно, давайте. И, значит, меня... Вася Столбовой там был энтузиаст, и вот Вася Столбовой, потом Юра Бродский, Фаустов, и вот это мои были университеты, и они меня научили всему этому мастерству, и когда, значит, этот Зубарь достал с какой-то, не знаю, с какой-то военной базы трансформатор, который преобразовывал эти аэрофотоснимки. И мы решили на базе этого трансформатора сделать мультстанок. И вот мы с ребятами его переоборудовали, перевернули с ног на голову. Вот, и, наверное, решили делать мультики. У меня вопрос попутно возник. Что такое мультстанок? Мультстанок — это, значит, стол, на котором лежат вот эти фигурки всякие для мультипликации, или там целлулоид, вот, две лампочки с двух сторон и камера сверху. И камера может двигаться во всех направлениях, может наезжать, отъезжать, может, а стол может ходить вправо-влево, вперед-назад. В общем, это мультстанок такой. И идет покадровая съемка. Вот, мы установили туда кинокамеру, тоже была списанная с какой-то киностудии, это еще, по-моему, камера Дебри времен Люмьера, наверное, вот, очень старинная камера. Кстати, я такую камеру встретил на студии, когда я пришел на одно из интервью, я такую же камеру увидел на мультстанке тут в Америке, в Нью-Йорке. Вот, и значит, нужно было, во-первых, научиться этому делу, так что мы набрали студентов, а также это в любительскую студию, набрали студентов в основном из ХИСИ, из Харьковского инженерно-строительного института, они будущие архитекторы, и вот там же была моя будущая жена Ирина Борисова, ее сестра Оля Борисова, и мы говорили, давайте будем делать мультики. Ну, а как делать? Я поехал на киностудию «Киев-научфильм»,
и сказала, научите нас делать мультики. И там была очень хорошая женщина, она мне дала книжку, которая у нее была, это раскадровка движений со студии Диснея. Я не знаю, как она к ним попала, но она мне дала ее переснять. На честное слово. Говорит, на тебе книжку пересними и пришли мне обратно. Вот. И благодаря ей мы начали экспериментировать и начали вот эти снимать любительские мультики. С Ирой Олей еще были девочки там и мальчики. Вот. И... Мы, кстати, сейчас, Женя, можем показать нашим зрителям небольшой отрывок из одного из этих ранних мультфильмов. Давайте посмотрим. Да. Давайте посмотрим. Пожалуйста, как вы пришли к созданию первых компьютерных и стереомультфильмов, и как в то время выглядели компьютеры, что они из себя представляли, и что представляли из себя мультики, сделанные на компьютерах? Да, ну сегодня, когда я вам говорю компьютер, вы сразу понимаете, что это фильмы, это Skype, это все. Но в то время, где-то в 72-м году, компьютер — это была большая-большая такая машина, такая, занимающая всю комнату. Вот. И эта машина, что она могла иметь, только считать. Значит, туда заводилась перфокарта, зашифрованные эти цифры и буквы. И этот компьютер получал перфокарту, что-то там считал, и выходил результат тоже на перфокарту или же на платтер, но не было никакого визуального выхода. В один прекрасный день я увидел в газете объявление, статью, что Марлен Безродный из строительного проектного института изобрел приставку к компьютеру, который может рисовать кружочки и палочки на экране осциллографа. Изображение, получается. Изображение. Uh-huh. Вот. И начал выводить строительные чертежи на эту установку. Но я к нему прибежал и говорю, давайте делать мультики, раз у вас есть, уже компьютер может что-то показывать. Он говорит, давайте. Он говорит, а что для этого надо? Я говорю, для начала можете сделать такую программу, чтобы там треугольник преобразовать плавно на экране, прямоугольник в треугольник. Он говорит, конечно, мы можем, но нам нужно пару месяцев работы программистов и много работы. Я говорю, а покажите, что у вас уже есть, какие программы есть. Он мне показал, какие программы есть. Я говорю, это как раз нам нужно. Там была программа сечений. То есть... Если построить такую пирамиду, и в основании будет треугольник, а на вершине будет четырехугольник, и потом мы начинаем делать сечение, мы как раз получаем плавное преобразование. Я думаю, что мы можем посмотреть этот мультик первый. Правда? Да. Есть у нас в записи. Да, давайте посмотрим, зрителям будет интересно.
Жил-был носорог, на других не похожий. Носорог с удивительно тонкой кожей. В джунглях жил среди хищных зверей. А кожа была у бедняги действительно тоньше бумаги и очень-очень чувствительна. С виду он был носорог носорогом, что говорит о многом. Ноги, как тумбы, чудовищная голова, рог на носу, или даже, кажется, два. Напролом носороги, не разбирая дороги, любят топтать и давить, мять и крушить носороги. Толстокожие братья стали срамить носорога. Это же черт знает что! Носорог не дотрог! Я, говорит, не могу. Пусть все как хотят поступают. Но, по-моему, всем неприятно, когда на них наступают. Вспомни, кто ты такой? Подумайся, тонкокожий. Ты ведь позоришь не только себя, весь наш род носорожий. Я понимаю вас. Я ведь тоже зверь по натуре. Но только я кое-что испытал на собственной шкуре. Тем я кончился спор. И чудак с улыбкой укроткой чащу лесную ушел. Своей осторожной походкой. А вот скажите, это к программе АБВГДЕЙКА, правильно да, было? Да. Я когда готовилась к интервью, я маме об этом рассказала, она сказала, я всегда смотрела эту программу. А, но это получается в этой программе... Нет. Это отправляли Нет, а как нет. Это? Мы просто взяли
эту песенку из этой программы. Понятно. Да. Угу. Для нашего мультика, это же любительская, нам не нужны были никакие копирайт. Мы просто стянули эту песенку из этой программы. И это самое, и на основании этой песенки сделали это самое, этот мультик. Женя, Женя, интересный такой вопрос тоже меня вот гложет. Вот вы создатель одного из первых стереомультфильмов в Советском Союзе. Почему именно стереомультфильмы? Почему вы, как вы пришли к этой идее? Нет, немножко не так. Дело в том, что стереофильмы были известны давным-давно. И я еще, когда мне было 7 лет, папа меня повез в Москву, и в Москве там был специальный стереокинотеатр. Там было что-то, не помню, 4 или 5 кинозалов, и в каждом кинозале показывали стереофильм по другой системе. То есть систем стереофильма очень много. Вот. Но что получалось? В то время сейчас стереофильмы можно и по телевизору увидеть, и их очень много разных. Но тогда было это только в Москве, только в специальном театре. И для него нужны очки, правильно? Как обычные? Да, для нас, да. В 3D. Ну, там был один зал без очков. Наверное, 3-4 зала с разными системами очков. Вот. Но что получается? Дело в том, что в то время делали стереофильм, все люди смотрели, значит, восхищались, потом это забывалось на 20 лет, через 20 лет новое поколение подрастало, и стереофильм опять открывался. Новое поколение смотрело стереофильм, опять они восхищались, проходило 20 лет, все забывалось, и вот так вот. Ну, то есть современное — это вот 3D? Фильмы. Я просто помню, после «Аватара» началась вот эта волна, все фильмы были в 3D. Сейчас уже такого, мне кажется, нет. Нет, это все продолжается, да. То есть вот, волна, да, была. Через 20 лет, да, новая, да, будет. Да. Ну, в общем, наша любительская киностудия, мы не сделали первый сериофильм. Сериофильм известен был давно. Что было первое? Это первое было, что на экране телемонитора, то есть это можно показать по телевизору. В каждом доме практически, да? Да, да, да. Значит, надо в кинотеатр идти для этого. Да. Что у нас получилось, что у нас же в ХПИ на военной кафедре работал майор Бартенев. Я однажды, он к нам пришел и сказал: давайте снимать стерео. Мы говорим: а как это? Но он нам объяснил основы стерео, и мы загорелись. И вместе с ним мы тоже такой простенький мультик по Маршаку, по стихотворению Маршака сняли. Сейчас он, конечно, мы его показать не можем в цвете, потому что за 45 лет цвета все выгорели, тем более, что у вас нет очков. Вот. Он представляет только историческую ценность. Вот. Но как мы делали, мы снимали, это была покадровая съемка, мы снимали кадр с позиции левого глаза, потом передвигали камеру, снимали с позиции правого глаза, и так весь фильм, так вот камеры снимали, каждый кадрик. Вот, потом это спечатали все на цветную пленку, и я повез этот фильм в Киев на телестудию, и говорю: давайте пустим в эфир, и все увидят первый в Украине, или тогда было в Советском Союзе, сериофильм по телевизору. Они говорят: да, мы можем это сделать, но у кого дома есть очки? Ни у кого же таких нету красно-зеленых очков. Вот, так что мы прямо там в телестудии посмотрели этот фильм на экране монитора. Но потом, когда уже приехал в Америку, и лет через 20 в Макдональдсе раздавали цветные такие очки всем желающим. И по этому же методу пустили, было же там в этом приложении к этим очкам было написано, что в такое-то время по такому-то каналу в Нью-Йорке будет показан стереофильм. И вы можете смотреть этот маленький стереофильм с очками.
маркетинг. Это было лет 20, через лет 20 это было по такому же методу, было сделано в Нью-Йорке. Но технология, по сути, долго не менялась с этими очками. Женя, а давайте немножко поговорим о том, как ваша жизнь складывалась после переезда в США. Я думаю, вы когда приехали, у вас не было особо никаких контактов, ничего. Как вы вернулись к этой области, к кинематографии, к мультипликации, когда вы переехали в США? Нет, к этой области я и не мечтал вернуться, потому что, когда я приехал, там мне сразу сказали, что ты туда и не суйся, потому что тут люди приезжали из Ленфильма, из Мосфильма, и не смогли устроиться. Так что ты инженер-электрик, вот тебе, значит, пиши резюме, рассылай по всем студиям, вернее, по всем заводам, фабрикам, и можешь так найти работу. Ну, я разослал, наверное, 200 резюме в разные места. Вот. Но пока я ждал ответ, я вспомнил, что когда мы сделали этот мультик на электронном, на ИВМ, на компьютере. По вот. Книге, да? Или не? А, нет, не по книге. Нет, это для азбуки. Другой. Угу. Да. Когда мы сделали фильм «Азбучная истина», который был сделан на компьютере Минск-32 в Харькове, вот, и я его повез, этот фильм, я повез в Москву на киностудию «Союзмультфильм» и показал Федору Савельевичу Хитруку, который, как вы помните, сделал «Винни-Пух». Вы смотрели этот фильм? Да, конечно. Русский, да? Русский. Да. Вот, вот. И я ему показал этот фильм, и я начал петь песню. Сколько он может сэкономить копеек и рублей, если будет делаться фильм при помощи ЭВМ. Он меня остановил и сказал, меня эти копейки и эти рубли меня не интересуют. Я только знаю, что в будущем компьютер сможет нарисовать то, что человеку невозможно нарисовать. И он был прав. Сейчас вы видите, какие мультики делаются при помощи компьютеров. Вот. И это, конечно, он предвидел. Ну, а если мы вернемся к разговору о Нью-Йорке, то есть что помогло вам найти вот эту работу? Да, так вот я и продолжаю, что когда он это сказал, он говорит, знаешь, Женя, говорит, я был на конференции в Стамбуле, и там мне подарили книгу «Электронная мультипликация, что делается во всем мире в этой области». Я говорю, о, Федор Савельевич, дайте мне эту книжку переснять. Он говорит, на, дал мне эту книжку. Вот, я ее переснял, отослал ему обратно. А в конце книжки было это... библиография, там были телефоны, имена всех людей, которые занимались этой компьютерной мультипликацией в то время. Как удобно. Вот. И когда я приехал в Америку, а к тому времени, когда мы с Безродным и его компанией сделали этот компьютерный мультик, мы опубликовали статью в журнале «Техника, кино и телевидение» в 1977 году, и когда я приехал в Америку и ждал ответа с этих с электрических заводов, да, я начал обзванивать этих людей, которые занимались компьютерной мультипликацией в Нью-Йорке. Вот, и там я позвонил Джош Росбуш из компании Just Rosebush и сказал, что вот, ну, у меня сейчас английский очень плохой, но тогда был вообще почти на нуле. Хотя я английский учил всю свою жизнь. И в садике, и в детском садике, и в школе, и в техникуме, и в институте. Вот, но был почти на нуле. Ну, нас учили так, английскому. Вот, и, значит, я ему говорю, это Just Rosebush, говорю, что вот я приехал из Союза, я там занимался компьютерной мультипликацией и хочу appointment. Он говорит, приходи.
дал мне адрес. Я пришел к нему, стучусь, открываю дверь. Вот, и сразу с порога говорит: у меня для тебя работы нет. Но я хочу знать, что делается в Союзе по этому вопросу. Вот, но я зашел без английского, ну, с карандашом и с бумажкой. Начали рисовать, что они делают, что мы делали. В общем, оказалось, что примерно на том же уровне. Только кружочки и палочки, в общем, такого типа. Вот, он говорит: ну, у меня для тебя работы нет, но вот у меня есть друг в Лонг-Айленд Университи, в Лонг-Айленде, у них тоже кинолаборатория такого типа. Я ему сейчас позвоню и назначу аппойнтмент. Угу. При мне он прямо позвонил, и тот его друг говорит: ну, пусть он приходит в понедельник, поговорим. Вот. Ну, я обрадовался. А несколькими днями до этого я еще был в одной студии, вот в которой я вам говорил, что камера Дебри, у них же такая стояла. Такая же. Да, дореволюционная, каких-то 1800 года, на мультстанке стояла. Вот. И я туда пришел. Тоже на аппойтмент, там был Алекс, помню, WordFX, тоже в Манхэттене. А в Манхэттене там все эти киностудии были, это так, комнатка или две комнатки, это уже называлось студия. Mm-hmm. Вот, я пришел к нему, а он говорит, ну, посмотрел, что я умею делать, я там начал показывать там фильмы, что мы делали на нашей любительской студии. Вот, и потом он посмотрел мое резюме, говорит: о, ты инженер-электрик. Нет, говорит, я тебя взять не могу. Я говорю: чего? Он говорит: ну, ты overqualified, говорит, ты завтра уйдешь, а мне нужен постоянный человек, который бы работал все время, никуда не уходил. Это да, говорит, удивительно, с такой техникой. Он говорит: ты overqualified, но я сейчас позвоню, говорит, начальнику профсоюза. А в то время, 40 лет назад, профсоюзы были очень-очень сильные. Это не так, как сейчас. Значит, все хозяева всех этих предприятий так боялись профсоюза, что вообще, когда у нас появлялся этот самый начальник профсоюза у нас в студии, так все эти хозяева бегали на задних лапках перед ним. Вот. Позвонил начальнику союза, и тот с ним поговорил. Вот. Но к тому времени, да, и он с ним поговорил, и тот назначил мне аппойтмент в другой студии, EFX Unlimited. Я туда пришел, и на мое счастье, как я говорил, что все в нашей жизни – это случайность, оказался человек, который понимал по-русски, читал даже. Вот. Это Джоэл Хайник, он из Чехословакии. Вот. И его папа был очень известным профессором по летающим тарелкам. Его папа всегда мечтал, что его сын будет тоже в астрономии и будет тоже летающим специалистом по летающим тарелкам. Вот, но его сыну понравились все-таки комбинированные съемки, вот эти special effects, uh-huh. и он вот там работал, в этой студии. И так мне посчастливилось, что вот в этой маленькой студии, которая занимала две комнаты в Манхэттене, потом оказалось, что Джо Хайник сейчас имеет два Оскара, очень, очень известный он, этот самый специалист по special effects. И еще там тоже работал Джефф Клейзер, который имеет сейчас две киностудии. Одна киностудия здесь, в Массачусетсе, в Вильямстауне. И вторая киностудия в Голливуде.
С видом, на вот эту надпись «Голливуд». Прямо с видом на надпись «Голливуд». Прямо из окна видна эта надпись «Голливуд». Здорово. Это, наверное, фантастический вид из окна. Действительно. Да, как каждый позавидует. Да, да. Вот, да. То есть вы начали там работать. Да, нашлась для вас работа. Да, и вот этот Джоэл Хайнек, я ему показал журнал «Технику кино и телевидения», и он по-русски прочел, что вот это вот было сделан фильм на компьютере. И он говорит: спасибо, очень хорошо. Don't call us, we will call you. И до свидания. Вот. И когда мне Джош сказал, что у тебя appointment на понедельник в этом университете, в лаборатории, то в воскресенье мне позвонил этот Джоэл Хайнек, который говорил «Don't call us, we will call you», и сказал, что, знаешь, у нас заболел чистильщик пленки, чистить пленку там надо было в перхлоретане, и можешь ли ты выйти завтра на работу в понедельник чистить пленку в дехлоретане, но, пожалуйста, не в джинсах, то есть не в костюме, не в галстуке, как ты к нам приходил, а в джинсах. Я говорю, конечно, могу. И я уже туда, в ту лабораторию не пошел в понедельник, и начал работать, вот, чистить пленку. Ну, через 3 месяца они увидели, что умею делать, и перевели меня на трюк-машину. Ну вот это у вас тогда, видимо, как раз это карьера и началась в американской киноиндустрии. Да. И давайте сейчас немного перейдем как раз на обсуждение вот этого известного проекта, вашей работы над фильмом «Хищник». Mm-hmm. Расскажите нам немного о работе над этим фильмом, над этим фильмом и о машине, которую вы изобрели со своими коллегами. Да, ну все это, значит, когда я начал там работать на этом, на трюк-машине, начал экспериментировать. Мне разрешали, эти ребята были молодые, задорные, они говорят: вот тебе ключи, пожалуйста, используй сколько нужно черно-белой пленки, используй сколько нужно черно-белой проявки, давай экспериментируй. Ну, я так начал экспериментировать, что каждый день приходил на работу мой хозяин утром. Я говорю: «Баб, I have new idea». Вот он каждый день вот это вот от меня отбрыкивался. В конце он сказал: «Leave me alone». Вот, в то время я не знал, что такое «leave me alone». Я пошел, начал смотреть в словарях, и я понял, что он больше моих идей не хочет. Но все равно я продолжал там экспериментировать. И в один прекрасный день этот Джефф Клейзер, который сейчас имеет 2 киностудии, спросил меня: а ты видел фильм 2001 Space Odyssey Кубрика? Я говорю: нет. Он говорит: ну там вот Даглас Трамбл, он изобрел новый эффект, слит-скен эффект. И он рассказал мне, как этот слит-скен эффект работает, как он сделан. Я вообще обалдел. Так просто и такой эффект красивый получился там. Если вы помните в кинофильме 2001 Space Odyssey этот звездный коридор. Вот да. Я вам сейчас покажу, смотрите. Это было изобретено Дагласом Трамблом 52 года назад. Смотрите. И когда я увидел, как это было сделано, я обалдел, и я подумал, что у Трамбла, у него щель движется постоянно. А если щель двигать дискретно, и во время вот этих перемещений менять шейп этой щели. Например, щель была прямая, а потом она искривляется, и щель меняет свою конфигурацию, то можно создать очень много новых эффектов. И я начал это экспериментировать и пришел к идее эластик эффект, который я назвал эластик эффект.
Его, в общем, это очень, очень легко понять на примере сканера. Если возьмете сканер и положите руку на сканер, так, и сосканируете, что у вас получится в результате? Рука, правильно? Да, а если вы будете сканировать руку, в это же время будете двигать руку, то у вас пальцы будут вытянуты. Если будете руку двигать в обратную сторону в процессе сканирования, пальцы будут укороченные. Вот это очень простой эффект, очень простой эффект. А вы попробуйте взять руку, не к стеклу приложить, а на весу. А потом, когда начинает сканер сканировать, вы эту руку начинаете вот так поворачивать. И вы посмотрите, что у вас в результате получается. Вот. Вы можете это тоже сейчас на экране интересно, посмотреть. Да. Вот, это сканирование. Вот, и начал экспериментировать, получился этот эластик эффект. И первый раз его применили, мы его применили в киностудии в рекламе «Флэш Гордон». Это фильм «Флэш Гордон». И первый раз его применили в фильме «Джекилл и Хайд Together Again». Это несколько планов было сделано этим методом. Интересно. Ну вот у нас есть также запись рекламы, о которой вы говорили. Я думаю, что можно посмотреть тоже. Давайте. Mold to the road with four wheels suspended independently. Feel it flow through hairpin curves. Look how the new Encore feels as it almost ignores gas pumps and provides front-wheel drive for extraordinary cornering. For an amazing 5755 European design built in America, the new Renault Encore. Amazing. The one to watch, the one to watch, the one to watch. Renault. Женя, действительно, вы изобрели вот этот эластик эффект, но мы также знаем, что вы изобрели вот эту уникальную машину, которая позволила создать спецэффект в фильме «Хищник», из-за которого вы получили награду. Расскажите немного о создании этой машины. В фильме «Хищник» мы применили камуфляж-эффект. То киностудия с Голливуда дала задание, что хищник должен быть видимым, когда он движется, и невидимым, когда он стоит. Вот. Мы сделали несколько разных опытов, послали туда, и они выбрали этот камуфляж-эффект, который был сделан в основе этого эластик-эффекта. Но Джоэл Хайнек, мой супервайзер, который меня принял на работу впервые в Америке, вот, он предложил, говорит, зачем нам на каждый кадрик ее экспонировать 100 или там 200 или 300 раз. Давайте всего там 6-10 раз экспонировать, сделаем всего там 12 масок. Вот, это будет видны ступеньки, потому что я пытался во всех этих рекламах и фильмах, я пытался, чтобы было плавное изображение. Вот когда машина, мы видим машину, она же плавная у нас. Вот. А да, он предложил, давайте сделаем всего там 6 масок, тогда будет такая машина такая ступенчатая. Вот. Но для машины это было бы неприемлемо, а вот именно для хищника это оказалось даже интересно. Это изображение получилось такое ступенчатое, как будто как линза Френеля. Вот. И поэтому Голливуд принял этот тест, и мы сделали «Хищник» на основе этого эффекта. Это камуфляж-эффект. Вы можете посмотреть сейчас на экране. Да, действительно, давайте посмотрим. Я думаю, что многие видели фильм «Хищник», и сейчас они посмотрят внимательно, как это сделано. Теперь они знают, как это было сделано. Special effects that created the chilling image of a see-through monster. And since then, the Department of Defense has been working on, and I understand they've actually been getting pretty close to perfecting something like that. Thank you.
Пуш, пуш. Будешь добавить, слушай, Ваня. Да, это была огромная работа, конечно, потому что в то время не существовало еще компьютера. Вот, то есть начинались только первые шаги. И все понимали, что пройдет там 5-10 лет, и уже вкладывая деньги в новые машины, в новые компьютерные машины, не имеет смысла. Но мой босс, Роберт Гринберг, он рискнул. Он вложил $1 миллион в создание новой машины, трюк машины, которая была управляемая компьютером. Больше никто этого не мог сделать. Вот. И он рискнул, вложил деньги, и этот Аксбери завод в Нью-Джерси по нашим спецификациям, что мы требовали, чтобы сделали, они создали эту машину, вот, и мы получили Оскар не за спецэффект, мы получили Оскар за создание этой машины. Вот, mm-hmm. 3 человека с этого завода получили, и 3 человека с нашей киностудии. Скажите, Женя, как вы узнали, что вы получили Оскар? Когда мы это делали, когда мы работали над «Хищником», и на этой трехмашине, никто не думал, что будет номинироваться, все такое, тем более я работал на станке, мне никто не говорил, что подали, кто кого подали, не знаю, это хозяин киностудии подал, потом я уже узнал позже, что он подал, значит, себя, хозяина, супервайзера, Джола и меня с нашей студии. Вот. И 3 человека из завода. Я не знал, сижу себе, работаю на станке. Вдруг в один прекрасный день приходит секретарша с фронт-деск. Говорит: «Юджин, тебе письмо». Открываю письмо. А это из Академии по кино, значит, что вы выиграли Оскара, приезжайте в такое-то время туда-то на презентацию. Вот. Прошу прощения, у меня возник вопрос. То есть вам уже пришло письмо, что вы выиграли? Они уже выбрали победителя? Или технически они, это присуждение приходит день до этого, до актеров и режиссеров. Они за день до этого делают присуждение. Mm-hmm. Уже, вот. Мне просто интересно, вот когда актеры выигрывают Оскар, они уже знают заранее, что они выиграют? Нет. Это другая система. Я говорю, по технике... Там по-другому. Это, mm-hmm. Да, по технике оно проходит на один день раньше. Mm-hmm. До этого, до всего. Да, и, значит, она приносит мне письмо, и я жду, что мне скажет хозяин, потому что я вообще не знал, что он и даже и подавал. Uh-huh. Я подождал пару дней, потом прихожу к нему и говорю: «Баб, вот я получил такое письмо». Он говорит: «Да, я знаю, я тоже получил такое письмо», говорит. Вот, но, к сожалению, говорит, ты поехать не сможешь в этот день на презентацию, потому что нам нужно в пятницу уже выпускать этот фильм, на котором мы сейчас работаем. И если мы не успеем, уже объявлен фильм во всех рекламах, смотрите в кинотеатре NRU в эту пятницу, и вдруг не будет сделано. Говорит, ты представляешь, какая неустойка? Я говорю: «Ну, конечно, понимаю, но ты должен меня тоже понять. У меня есть очень много недель неиспользованного отпуска, так я беру 3 дня своего отпуска, и я туда лечу». Он говорит: «Ну, это твое дело. Вот. Если ты успеешь вовремя сделать свою работу к выпуску фильма, давай, езжай». Вот. Я взял отпуск, взял на прокат этот смокинг, вот. И, значит, туда слетал, прилетел, схватил свой этот приз, прилетел обратно, и фильм был сделан вовремя. То есть в пятницу все были довольны, фильм был сделан вовремя, никто не пострадал. Ну, действительно, замечательная история.
Но когда вы получили Оскар, естественно, вы, несмотря, вы пытаетесь это немножечко, может быть, преуменьшить, что это за техническую сторону, но мы считаем, что это Оскар есть Оскар, и все, кто работает над техническими сторонами фильма, наверное, делают не меньший вклад, чем все остальные. И действительно, это очень важная награда, да, большое достижение. И я думаю, что когда вы получили, и в течение вашей последующей работы вы встречались с различными знаменитостями, пересекались. Расскажите, может быть, там о парочке людей, которых вы видели, которых все знают. Значит, моя работа была техническая, на станке. Так что я и вообще наша студия — это постпродакшн. Нам приносят негатив. С негативом мы делаем эффекты, спецэффекты, отсылаем их новый негатив обратно. Вот. Так что с актерами, режиссерами обычно не встречаемся. Вот. Ну, наша студия, когда она была в Нью-Йорке, нам Вуди Аллен приносил негатив, и мы не знали никогда, какой это будет фильм. Вот. Это был секрет. На прошлой неделе я разговаривал со Стюартом Робертсоном, он сейчас профессор в Джорджии, преподает фильм в колледже. Вот. И он признался мне сейчас, через 40 лет, говорит: «Юджин, когда мы с тобой работали, когда ты пришел в нашу студию 40 лет назад, я тебя сторонился. Вот. Я думал, что как это без связи, без блата ты попал на студию. Наверное, тебя заслало КГБ, КГБ, говорит. И ты сейчас все наши секреты у нас украдешь, и обратно поедешь в Советский Союз продавать все эти секреты. Так что я тебя боялся. Но когда я увидел, что никаких секретов у тебя нету. И наоборот, одни новые идеи. Наоборот, ты можешь нам показать. Я тогда, говорит, охладел, и вот я это самое... Успокоился. Мы вместе дружно по скайпу на прошлой неделе посмеялись над этим. Mm-hmm. Вы знаете, вот я приехал сюда 42 года назад, да? Вот. Я знал, что было рабство в Америке черное, да? Было черное рабство. Я знал, но для меня это было как когда-то давным-давным-давным-давно. Понимаете, вот как мы говорим, что это самое... у нас было крепостное право, да? Это было когда-то. И я тоже думал, что когда-то. И вдруг мне Стюарт, я же Стюарт, рассказал историю, что когда он учился в университете, студентом был, это были 60-е годы. Вот недавно совсем, 60-е mm-hmm. годы. А, для меня недавно, для вас это давно. Вот. 60-е годы, говорит, я поехал со своим другом черным на юг отдыхать. И когда мы приехали, его не пустили в гостиницу. Он в одной гостинице жил, а я в другом отеле жил. Говорит, это для меня был такой удар, что я не мог подумать, что это было совсем-совсем недавно. Кстати, я приехал в 78-м, а это было где-то в 66-м, 62-м, может быть. Совсем недавно это было. Для меня это было такой удар, что шок был для меня такой. Ну, действительно, да. Тяжелые страницы в истории США. Женя, расскажите немного о своей встрече с Арнольдом Шварценеггером. Я думаю, будет интересно. Я же начал про это, что мы обычно с актерами и режиссерами не встречаемся, это постпродакшн. Вот. Но что получилось, что после того, как мы сдали Predator One, Шварценеггер устроил для нас встречу в найт-клубе в Манхэттене. Пригласил вся нашу съемочную группу, и мы там с ним общались, ну, такого типа how are you, thank you, он всех нас благодарил, жал нам всем руки, вот, и, ну, он стоял со своей сигарой такой же, как и в фильмах, с сигарой все время, вот, и, ну, не знаю, почему-то тогда он мне показался не таким огромным, как в фильме. Я даже подумал, как же так,
что такое? Так я потом... Что случилось? Да, да, да. Со Шварценеггером. Да, да. И я это самое... Да, вот недавно я опять это вспомнил и пошел на Википедию, посмотрел, что у него рост 182, а у меня рост 172. То есть он должен быть гораздо выше меня. Вот. Но почему-то на этой пьянке, на этом, в этом клубе, мне показалось, что он гораздо ниже меня, не знаю почему. Вот. Но было интересное общение, был хороший вечер там. Но обычно мы не встречаемся с актерами. Все на пленке. Как, например, моя первая работа в кино здесь, в Америке, когда меня перевели в Cleaning Department на трюк-машину, мы снимали Blue Lagoon с Брукшилд фильм. Вот, вернее, нам дали негатив. Но там была очень интересная задача. Там Брукшилд выходила, ну, она там девочка, ей было 14 лет в то время, она выходила из моря, и по замыслу этого режиссера она должна была обнаженная. Но мама запретила, чтобы она выходила обнаженная из моря. Поэтому она выходила в трусиках, потом нам принесли этот негатив, и мы снимали уже оптически и с комбинированными съемками, и она уже выходила из моря так, как заказал режиссер. Понятно. И мама была довольна. И все остались довольны. Да. Я, кстати, недавно этот фильм смотрел, действительно, и так совпало, что вот с вами разговариваю, с вами, кто работал над спецэффектами в этом фильме. Это был мой первый фильм тут. Ну, без всяких моих этих изобретений, просто обычная моя техническая работа. Понятно. Расскажите, вот вы всегда упоминаете, что вы работали на Манхэттене в студиях, а затем вы стали говорить, что вы работали в Массачусетсе уже. В какой-то момент компания переехала в Массачусетс? Нет, было так. Значит, когда началась эта уже компьютерная мультипликация, Computer Generated Image, наш апартмент вообще закрыли. Закрыли. И я перешел на работу делать DVD-игры. Там же к этому Джашу, который сначала открыл дверь, сказал, у меня для тебя работы нет. Вот. Потом нашлась для меня работа. Я к нему перешел, мы делали компьютерные игры. Потом компьютерные игры на DVD закрылись. Теперь уже все компьютеры не имеют DVD этого плеера. То есть уже DVD уже вчерашний день. И поэтому закрылась DVD, но в это время тот же Джо Хайнек переехал в Массачусетс. И здесь, в Массачусетсе, Даглас Трамбл, который делал 2001 Space Odyssey, открыл свою компанию, и нас пригласили в эту компанию. И я начал работать в эту компанию здесь, в Леноксе. Вот так и остались. Бемати, да. А та компания Гринберга, она осталась в этом в Манхэттене, и, конечно, они уже фильмы не делают, они все переключились опять на интернет, потому что когда в то время все инвесторы бросили свои деньги на интернет. И вы видите, что сейчас, конечно, интернет в большом почете, и поэтому все остальное, и DVD-игры на DVD прекратились, и фильмы на оптической печати прекратились. И наш вот этот вот вот эта машина, за которую мы получили Оскар, она перекочевала сейчас в музей кино в Астории Квинс в Нью-Йорке. Вы можете посмотреть нашу машину. Она там стоит. Вот можете посмотреть фильм. Я пришел с моим сыном туда и начал гладить этот оптический принтер. Саша, вот я на нем проработал 12 лет, вот смотри, вот я открываю этот шат, этот самый обтюратор, все такое, а тут это идет смотрительница, говорит, don't touch,
Я говорю, вот Думинду Тача, я на ней проработал 12 лет. Она опять отошла, я опять начал Саше рассказывать, что к чему. Она опять подходит, don't touch, don't touch. Вот так вот. Да, так вот теперь вот эта вот эта трюк-машина, она, значит, там. В музее. Да, но вернемся, может быть, к Массачусетсу. Да. Вы здесь уже давно живете, и, насколько мы знаем, у вас есть своя студия, музей спецэффектов, анимации и искусства. В каком городе? Как в городе Ли, Л-И-И. Это, вы, наверное, знаете Беккет, потому что я знаю, очень многие люди из Бостона отдыхают в Беккете. Здесь Беккет, Ленокс. То есть мы находимся между Беккетом и Тинглвудом. Тинглвуд – это музыкальная поляна Бостонского симфонического оркестра. Тут они приезжают на все лето. Летом, вот, да. И, да. А лето тоже рядом. То есть мы живем на той же улице, где находится и этот Тинглвуд. Mm-hmm. Вот. Очень интересно. И ваш музей называется Animagic. Да, да. Значит, это музей был... организован мной и Ириной Борисовой. Она у нас тут зиц-председатель. Вот, она, главное, вам может все рассказать про этот музей. Я могу показать вообще восторг детей и взрослых, которые приходят к наш музей, делают свой первый в мире, первый в жизни мультик, и в какой восторг они приходят. Вот, смотрите. Давайте. Why the flower is having a hard time. Mm-hmm. And did you edit music? Yes, I did. The music goes along with the show, but in the end, the music is good, just like the flower is, making it match. Mm-hmm. What about titles? Oh, the title. The title was flying letters because it was like they were flying down to heaven even though heaven is up, but because it's flying and you fly up to heaven, the flying letters match the movie. Okay, thank you. No problem. Play again. Okay, one more time. One more time. All right. Okay, today we have birthday party here, right? Birthday, yep. Very good. 9 years old. Who's the birthday girl? Who's birthday girl? Put your hand up. We'll be step by step, everything what you did, step by step. Yeah, see, this is... with no one helping him? No, you won't help him. Very good job, absolutely. Yeah. How are you sound doing? Engineer? How are you doing, chicken? Everybody like it. I'll be so silly. This is for two arms. Yeah, do it, please. Hey. Danielle needs some arms. So play with her arms. Yes? Yes. Oh, look. Jesus, Tocha. Look again. Помимо того, что есть мастер-классы, что можно еще увидеть в вашем музее? Когда вы приходите в наш музей, я делаю вам тур. Тур-гайд, да, mm-hmm. да, где-то 20 минут рассказываю про все разные мультики и фильмы, которые были сделаны специалистами из Массачусетса. Вот. Потом, после этого, если вы хотите, вы можете
сделать свой мультик, маленький элементарный мультик на пару минут. Значит, Тургай 20 минут, еще минут 20-30 сделать мультик. Мы ставим этот мультик на интернет, и вы можете показать всем своим друзьям, знакомым. Да, и да, значит, admission to a museum free. Того, что? Вот, да. Люди звонят нам, назначают время. Мы там не сидим все время, у нас есть работа дома, что делать, новые эффекты создавать. Вот нам звонят, мы встречаемся с людьми, делаем им тур, делаем мультики, ставим на интернет. Значит, а сделать мультик стоит $20 на человека, и все довольны. А по возрасту, какой возраст вы рекомендуете? Возраст от 5 до 95. Но можно и больше, мы паспорт не спрашиваем. Вот я, да, вот нам, я помню, мы одного, один нам только сказал добровольно, что ему 80 лет, и он был, сейчас он на пенсии, он был судьей в Бостоне, а вот сейчас он пришел к нам сделать мультик. То есть это очень интересная активити, на которую можно попасть всей семьей, и всем будет интересно. Да. И помимо всего прочего, в этом же музее находится выставка картин вашей жены, правильно? Да. Там выставка Ирины Борисовой, и она ведет тур тоже. Вот. Но это отдельная история. У нее, так как я вообще в искусстве, в кино, я случайный человек, для нее это вся жизнь, так что это отдельный разговор. Ну и, естественно, статуэтка тоже находится в музее. Да, вот я вам сейчас покажу тур, который проводит Ира по нашему музею, и там вы увидите статуэтку тоже. Женя, вы нас убедили, мы с Юрой обязательно приедем, как только закончится карантин, делать мультики к вам. Пожалуйста. И я хочу напомнить, что наша программа проходит под эгидой центра Макор, и программа наша называется «Все о яичнице». Каждого гостя мы просим поделиться рецептом яичницы. Есть ли у вас такой? Для меня это самый простой рецепт. Дело в том, что у нас нет особого рецепта. Мы обычно едим то, чтобы поддержать наш организм. Вот, я открываю холодильник, все упало, то, значит, ем. Главное, чтобы было чисто, чтобы были свежие продукты. Сколько калорий там попало, столько и пропало. Мой рецепт яичницы очень простой. Я помню еще студенческие поры, я варил ведро картошки, на следующее утро я нарезал пару картошек на сковородочку с маслицем, под два яичка размешивал. Главное, чтобы было не жидкое, потому что жидкое я не люблю, чтобы было оно такое прочное. Вот, съедал и шел дальше. Вот. Но после того, как Ира увидела рецепт Юры Рубенчика, теперь она меня заставляет кушать по его рецепту, с помидорчиками, как это и положено. Так что все довольны. Спасибо большое, что вы уделили время на нашу программу. Нам было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо большое, спасибо. И мы напоминаем... Удачи всем! Удачи! Спасибо, Женя. Мы напоминаем нашим зрителям, что с вами была программа «Все о яичнице», ее ведущий Юра и Леонора. И у нас в гостях был Евгений Мамут, специалист по созданию спецэффектов, обладатель награды «Оскар». И он также приглашает всех в свой музей мультипликации кинематографии спецэффектов, который находится в городе Ли, штат Массачусетс, после окончания пандемии. Спасибо, Женя. Спасибо. Предохраняйтесь, вирус еще не ушел. Хороший совет. Поддерживаю.